Всем привет, с вами я, Матвей, и вы находитесь на канале Матвей Хом ТВ. Вы спросите, почему я сейчас так выгляжу? Да потому что сегодня у меня будет обзор пистолета. Собственно, сейчас я сниму эту всю форму, потому что мне сильно неудобно. Итак, ребята, сегодня у меня будет обзор, собственно, самого пистолета Galaxy G16. Итак, давайте начнем с характеристик. Объем магазина 6 патронов, с разрядом пульками 6 мм. 6 пулек это, ну, так себе, не сильно много. И не сильно мало. Выдвигается он с помощью нажатия вот этой кнопки. Значит, скорость шарика во время вылета 45 метров в секунду. Это не быстро, не медленно. Итак, курок, в принципе, сделан такой хороший. Сам пистолет полностью сделан из метана, кроме вот этой части магазина. Внутри он, собственно, практически весь пластиковый, но есть железные детали, которые самые главные. Итак, собственно, весь пистолет сделан из металла, как я уже это сказал. Верхняя часть для перезарядки, она практически не люфтит. Сейчас я вот так вот вам покажу в микрофон, смотрите. Люфт есть, но совсем маленький, и большая часть это от магазина. Я заказал версию с двумя магазинами. Кстати, запасной магазин оставался только последний. Ну, собственно, самое главное в пистолете, это чтобы он стрелял. Давайте сейчас, собственно, проверим, как он стреляет. Итак, ребята, какие плюсы я могу сказать про вот данный пистолет? Он полностью сделан из металла, он не сильно тяжелый. Итак, плюсы. Первое, это его вес и, собственно, сборка. Вес у него прям идеальный, его не тяжело держать, но при этом он не ощущается как пластиковая игрушка. Это раз. Под номером два, это, конечно же, ничего практически не люфтит, кроме магазина. Прям люто люфтит, но, в принципе, это так-то не мешает. Дальше. Плюс тоже, это сборка. Вообще прям все зашибись. Но из минусов это то, что внутренние детали пластиковые и емкость всего 6 патронов. И как бы еще могу что сказать к плюсу. Это то, что у него мощность чуть-чуть меньше, чем 0,5 джоуль. Это как бы идеально для игрушечного пистолета, ну не игрушечного, а страйкбольного. Вот. Ну и собственно, как бы бумагу он пробивает легко, а вот картон он пробить не может даже сблизи. С вами был я, Матвей. Всем удачи, всем пока. Ну а скоро выйдет вторая часть теста данного пистолета. Набираем, собственно, давайте лучше 5 лайков. И выходит вторая часть этого теста пистолета Galaxy G16. Набираем 5 лайков и ждем продолжения.